что, ребята, вечер дня, сегодня день воздушно-десантных войск. Все мои сослуживцы сейчас купают в бассейне, а я в Средиземном море, в Анталии. Сегодня 2 августа 2023 года. Я пошел. Рекомендую. Вот. Ехали всего 5 часов, около 5 часов. Вот у меня здесь. В общем, оставайтесь на канале, я еще немного побуду здесь. Отель хороший снял. Завтраком со всеми делами. Кайф. В общем, нормально живем. Ну и что, что в Анкаре? Вот это море у меня. Машина под ногами, бегает как кролик, быстро-быстро, 110, 120, 110, 120. Пробежал 500 километров, я не стал по коробкой. И приехал за 5 часов. Всем здоровья и днем воздушно-десантных войск, дорогие мои. Днем тех, кто служил под дядей Васей. Всех вам благ. Никто, кроме нас. Все будет хорошо. Пока.